центральную городскую больницу в Чебоксарах попала сегодня наша съемочная группа. Но не за медицинской помощью, а чтобы оценить проведенный ремонт. Больница – это такое место, куда лучше не попадать, разве что для профилактики. Но если уж надо, хочется, чтобы медучреждение было красивым и современным. Чтобы сделать центральную городскую больницу именно такой, в этом году на капитальный ремонт республика выделила 13 миллионов рублей. Из них мы на 1 000 000 рублей заменили кровли в 3 блоках поликлиники. Закончены работы по ремонту асфальтного покрытия. Сейчас идут ремонтные работы по ремонту фасада нашего терапевтического корпуса и поликлиники. Впрочем, главное для пациентов – изменения внутри. 24 миллиона рублей больница получила на обновление оборудования. Из того, что уже получили и смонтировали – флюорограф, рентген и маммограф. Можно на этом аппарате делать снимки больному как стоя, так и лежа. Кроме того, мы можем делать скопические исследования и во время этого исследования динамически наблюдать и фиксировать рентгенологические важные для нас отделы пищеварительной системы, вызывающие у нас какие-то замечания, сомнения. Проходили маммограф. Маммограф очень удобный, он более такой современный, безболезненный. На внебюджетные средства, то есть то, что больница зарабатывает сама, отремонтировали кабинеты, коридоры и любимую пациентами соляную пещеру. Здесь стояли стулья вместо кресел, и было немножко похоже. В этом году уже здесь после ремонта очень красиво. Под музыку, нежную мелодию можно здесь даже уснуть. Из того, что скрыто от глаз, это ремонт системы вентиляции, теплоузлов в ряде отделений. Полностью завершить работы должны к Новому году. Ольга Пырочкина, Алина Сусметова, Валерий Дзюков, Республика.